Сегодня суббота, 3-е. У меня уже умирает фактически телефон. Ну, в смысле, батарея. Что-то совсем не держит зарядку. Вот мы с Ихо вышли на вечернюю прогулку. Тут собаки собачьи пристают, да? Их. Ну, мы сейчас выпили полторашечку разведенного молока. Вот. Настроение у нас такое боевое. Да, их. Вроде бы как фу-фу-фу. Болезнь отступила, но теперь, скажем так, цельного молока ему не видать, как своих ушей. Хотя, судя по тому, как она сама, он наверняка видит свои уши. Я сегодня упирался весь день, строил волчатам логово, расширил им территорию, две последние секции присоединил. Что-то случилось с удлинителем, поэтому уже как бы не стал возиться, завтра буду выяснять, что случилось с удлинителем, чтобы напилить решетку, сделать антиподкоп и антиперепрыг на углах. Вот. Вот это вот сейчас мы будем отключаться, называется. Мы не пропали, мы не исчезли. Их в такой вот в бодром здравии. Наняли сегодня рабочих. Они разбирают наши там завалы на входе. Собирался поехать купить сваи, но не дошли руки. Уже 8 вечера. Так, как отсели? О, не видно. А не, это писать. Ладно, дорогие друзья, спасибо огромное за помощь. Все, у меня сейчас выключится телефон. А если выключится телефон, Вероника Георгиевна будет рвать и метать. Мы вас очень любим. Спасибо за ваши комментарии, за вашу помощь. Ну ладно. Увидимся завтра. Всего доброго. Спасибо.